Добрый день, меня зовут Лилия. Я хотела бы рассказать свои впечатления от первого занятия по трансформации мозга. Я была очень потрясена занятием, хотя оно там, казалось бы, очень вводное, такое только ознакомительное. Тем не менее, эффект для меня лично был просто потрясающий. Я, во-первых, легко заснула. Рано проснулась, но почувствовала себя очень бодрой. Я давно не чувствовала себя такой бодрой, с такой ясной головой. И несмотря на то, что в принципе я как бы всегда прислушиваюсь к своему телу и как к ощущениям вообще по жизни, ну как бы есть такая, как бы говорят, слушать своего тела. Я всегда слушаю, у меня нету такого оторванности. Но то, насколько я почувствовала, вот именно действительно, как мастер говорил, связь. Не просто почувствовать тело, где что, какие-то ощущения, где что болит, где что хорошо, а именно я почувствовала какой-то контроль. Первое, что вот как бы не казалось смешно, но на физическом уровне я почувствовала, что я вот просто легко могу встать на цыпочки, на носочки и удерживаться. Раньше мне казалось, чтобы встать на носочки, это надо, вот мне всегда учили в йоге, цепляешься взглядом за точку, живот в себя, попу в себя, там все в себя, в струночку. И как бы для меня это все время было напряжением, я думала, что балансовая поза не для меня. И вот только сейчас я поняла, что вот просто я начала иначе становиться, я была просто раз и на большой пальчик, оп, и вот стою. Вот просто, конечно, вот сказала, и, конечно, падаю, но я вот это вот на физическом уровне был такой эффект. Но на психологическом такое состояние, вот как будто бы ты другой. Вот ты другой, и это вот, ну, все. И вот как бы мир поменялся, и какое-то восприятие поменялось. Утром проснулась, сделала медитацию. Настолько она мне легко зашла, прямо вот мне с наслаждением. Не просто вот, что надо сесть и сделать, а вот просто я наслаждалась этим процессом. Большое спасибо. Я жду от этого, в целом от курса действительно шикарных трансформаций меня, моего мозга. Я вот просто в предвкушении, я вот просто хочу туда. Спасибо.